Привет, привет, мои хорошие. Привет, мои любимые. Посмотрите, я сегодня загорела. Думала, сегодня, девочки, не подымусь вообще. Ничего. Встала я очень даже хорошо. Не болит, не буду врать. Болят мышцы. Но я ожидала худшего, я вам скажу честно. То, как я вчера бегала по спортзалу, потом, как мне сказала дочь, когда мы уже вышли, ее тренерша, говорит, доделывай упражнение, иди забирай маму, иначе она завтра вообще не устанет. Она что, типа, а я бежала все тренажеры. Ну, дорвалась. В общем, девочки, нет, все хорошо, только знаете, почему устала? Договорились сегодня с подружкой сходить. У меня сумка порвалась. Купить мне сумочку и нижнее белье. Ей и мне походить, посмотреть. И мы сегодня как вот это встретились в 10, как ушла я из дома. И только вернулась, девочки. Быстренько купила на рынке грибочков, шампиньонов, помидорчиков, огурчики у меня были. Покупали в воскресенье. Сейчас знаете, что, девочки, делаю? Купила грибов, уже вот помыла. Сейчас буду обжаривать на сковороде с луком. Нарезала уже лука. Сейчас обжарю шампиньоны с луком. Купила филешечку. Она мне была в морозилке куплена. Я ее разморозила. Сейчас грибы мелко порежу. Пообщались. Зашли. Девочки так налазились по всем магазинам. Знаете, что мне сегодня сказала Яна, подруга? Я говорю, ну, Яна, со мной Валик не хочет и туда сходить, и туда, я хочу то посмотреть, то на... Он мне, говорю, начинает сразу злиться, кричать на меня, матюкаться. Она говорит, я сейчас начну уже матюкаться. Ой, везде походили. Везде девочки походили. И у меня от этого очень болят ноги. Девчонки, ноги болят. О, если бы вы знали. Я же вчера как-то, знаете, больше дала усиление именно на ноги. И сегодня, конечно, еще, ну, знаете, я думала, встану сегодня, сделаю упражнение дома, знаете, там, поподнимаю ноги. Ну, я это все сейчас поставлю, вот, когда все подготовлю и поставлю в духовку. Я хочу куриное филе с грибами. Сейчас грибы с луком обжарю. Филешечку сейчас замариную немножко, посолю, поперчу, пускай постоит. Маслом сбрызну растительным. Потом, когда обжарится, все слоями переложу. И я не знаю. У меня есть сметана 15%, залью и запеку в духовке. Девочки, взяла грибов почти 2 килограмма. Хочу еще замариновать, маринованными сделать. Это я только помыла, почистила, чтобы пожарить. И запечь с мяском, с куриным. Ой, девчонки, ну все равно, знаете, жара, конечно, знаете, как-то жарко, душно. Эти еще маски, когда заходишь, ну... Так-то по улице идешь без маски. Хотя, говорит подруга, что менты могут подойти и ну, остановить и выписать штраф. Но мы ходили очень жарко, никто к нам не видели мы никого. А, конечно, на рынке ну, уже все равно не так. Людей много. Походили. Хорошо погуляли. Потом зашли в Макдональдсе, посидели с ней, немножко поболтали. Ноги гудут, конечно. Все равно с подругами, девочки, нужно проводить время. Мне было сегодня очень... Я хорошо провела день. Надеюсь, и она тоже. Мне было очень приятно. И очень-очень хорошо. Сейчас, девчонки, буду жарить.
Устала, конечно, очень устала. Ну, все равно болят, конечно, ножки мои. Еще там мы хотели там сходить в два магазина, их там оказалось три. Ну, они так подряд. Нужно было к ним идти минут 10. Она говорит, давай на маршрутке. Ждать маршрутку. Девочки, они забиты, идут одна за одной. Говорю, такая жара, пойдем пешком. Ехать. В общем, прогулялись туда пешком. Мне полезно ходить. Хорошо так погуляли. Прибежала, быстренько собаку выгуляла. Так, сейчас мои грибочки. Сейчас разогреется у меня сковородка. Мне их немножко обжарить. Сейчас филешку нарежу, посолю, поперчу. Девочки, первую партию забросила. Покупала сегодня грибы. Девочки, 20 гривен килограмм. Меня еще так удивило, думаю, такие дешевые. Знаете, стоят, как всегда, такие в ящиках красивые, обалденные. Говорю, 2 килограмма. Ну и что вы думаете? Накидает она мне с ящика. Я уже подмигала, когда в руке у нее когда набросалась. Оторванные вот эти вот ножки. Набросала, думаю, 2 килограмма, а приброшу тебе красивыми сверху. А я так, знаете, смотрю, говорю, дайте посмотреть. На них говорю, ну что вы мне набросали? Они такие уже. Потом говорю, нет, спасибо, я брать не буду. Пошли купили сианы от другой женщины. Ну, я там подошла, говорю, вот с этого ящика вы мне дадите, ну, которая красивая, она без проблем. То есть она насыпала то, что мы хотели. Чувачки, грибочки мои жарятся. Нарезаю филешечку. Сейчас нарежу филешку. Такими вот небольшими. Я думала, у меня две филешки, а мне оказалось, знаете, оно в замороженном виде. Показалось, что тут тоже филешка. У меня есть филешка замороженная свиная. Ну, раз я уже взялась, я не стала ее размораживать, доставать. В общем, мясо просит. Нельзя сырого. Ты моя любимая. Нельзя. А у меня оказалось, сейчас шкурку сниму. Шкурку. Мне сказала... Встретила во дворе сегодня утром. Шла к рынку. Раньше вместе хорошая знакомая. Мы с ней работали. Потом Леночка перешла в отдел. Там еще на заводе. Сейчас дома с детками. Двое деточек. Вот Леночка меня догнала. Шли, беседовали. Она тоже рассказала, что села на правильное питание. Но она не была, конечно, полненькая. Она девочка худенькая. Ну, говорит, набрала за зиму и вот скидала.
там с Русланом Карпенко, тот, что из «Важенных и счастливых» был. Нам Никита шкурку вот это вот обрезаю. Думаю, шкурку я знала, что нужно обрезать. Шкурку обрежем, мясо обрежем. Сейчас мы сделаем красоту. Сейчас мы, девочки, сделаем красоту. Она мне говорит, шкурку выбрасывай. Он там типа хорошее очень блюдо. Подсказывает, типа контролирует тебя. Вот советовала мне его. Она говорит, сбросила 10 килограмм. Девочка, за первый месяц у нее 5 ушло. За 3 месяца, по-моему, 10 сбросила. Вот питалась по его, типа, как он, типа, он давал ей правильное меню. Она говорит, срезай шкурку. Я ее так всегда срезаю. У нас, знаете, у нас ее даже собака не ест. Что сейчас обрежу эти две? Два... Не знаю каких. А что делать? У меня есть, ну, свинина. Девочки, не было сил уже заходить за куриным, если честно, так находилась. Ну, знаете, еще после вчерашнего, конечно, очень чувствуется. Да, мне кажется, мне болело, даже если бы я вчера не занималась. А еще позанимавшись, конечно. Все нарезала. Сейчас я его замариную. Девочки, немножечко. Знаете, хмали, сунели, итальянские травки. Сейчас мы сделаем вещи. Сейчас мы мяско замаринуем, посолим, поперчим. Так, шкурку это. Ой, девочки, господи, решила, замариновала курицу. Немножко пускай. Решила в своей стеклянной запекать, из-за того, что борта высокие. Положу сейчас грибы, на них мясо. Помидорчик нарежу, снова грибочки и сметаной с сыром, сметанкой залью и сыром притрушу. И поставлю в духовку минут на 20. Я думаю, курица приготовится на 180, разогрею. Все, вы знаете, чувствую усталость. Устала. Не знаю. Сейчас, наверное, знаете, что еще булгура со сливочным маслом. Отварю немножко. Стакан булгура. Просто с солью и со сливочным маслом на воде. Жарятся у меня грибы. Завтра мне опять в спортзал, господи, на голове. Завтра снова в спортзал пойду. Вот так вот. Что-то никого нет домой. Сейчас грибы дали водичку. Выпариваю грибы. Не знаю. Может, я мало их. Они ужариваю. Вот была полная сковородка. Уменьшаются вообще в объеме. Сейчас немножечко еще воды выпарю. Посолила их тоже, поперчила.
Девочки, вот что у меня получилось. Немножко было у меня сыра. Все, ставлю в духовочку.